Ребят, всем доброе утро, всем привет, кто нас смотрит, кто остается с нами. Сегодня наш третий день, по сути, пребывания на Иссык-Куле. Чувствуем себя хорошо, нам все нравится. Вчера мы жаловались, что мало солнца. Мы сгорели, но нет. Я думаю, это видно, даже если вот по цвету кожи, там за спиной вообще что творится. В общем, обгорели хорошо. Все причем. Вон Алена тоже вся эта. Шоколадка. Да. Сейчас мы идем купить пантенол в аптеку какую-нибудь найти. Вот. А потом хотим фуражку хочу взять, чтобы лысина не обгорала. И попить. А, и рыбу. Здесь рыба подешевле была. Здесь рыба подешевле, чем вот на побережье. Вчера вообще за 1000 предлагали, а мы за 600 взяли. Вот сейчас поищем, посмотрим, походим. Ну здесь вроде бы и не было. Автомойка 24 часа. Магазин Береке. Не, Береке там ничего. Ну да, вон к той девочке нам сейчас подойти. Может также за 600 нам продаст форельку. Ну. Кстати, да. Я, может быть, уже много и говорил, но еще раз повторюсь, форель вообще отменная здесь. Все очень вкусненько. Сейчас давайте разъедутся. А, Даниэль же татуировку себе сделал. Ё-моё, посмотрите. На 10 дней. Давайте вот здесь пройдем. Ну, она там, я не знаю, написано вообще на английском, там было... Several days, несколько дней при условии того, что вы будете с ней хорошо обращаться. То есть это может быть они еще при продаже специально. Говорят 2 недели, 10 дней будет держаться, но по факту посмотрим. Мы вот только что ее наклеили ему. Посмотрим, сколько будет держаться. А еще хотим, там, короче, пока мы шли назад домой, там, короче, 4 большие наклейки стоили 70, а мы одну такую за 50 купили. Ну. А еще за 150 такие же маленькие продавались. Да. В общем, на Иссык-Куле очень хорошо. Все, практически все отели, гостевые дома сосредоточены в одном месте. Знаете, как мини-городок такой, да? Угу. С узенькими улочками. В общем, никто никому не мешает. В любом случае, мы спать ложимся, даже музыка играет. Видимо, за целый день свежим воздухом надышишься и... Крепко-крепко спишь, в общем-то. Вчера вечером мы прогулялись по побережью, по набережной, посмотрели, фейерверки видели из этого прям скатера, да, или как это правильно, корабль. Оттуда прям запускали фейерверки, дискотека там была, ну мы не ходили. В общем, мы запланировали на завтра экскурсию в Григорьевское ущелье и горячие источники в 9 утра. Примерно мы уедем, 3 примерно будем здесь на месте. Заходим в местную аптеку. Нам нужен пантенол. Вот оно все здесь сосредоточено. Я не знаю, конечно, как по ценам, сколько у нас это все стоит. Умножаешь на 5,5. Но нам пантенол вот так нужен, да? Да, почем? Пантенол. 280 же на все. 350. У нас сколько стоит? Я не помню. 350. Пицца есть за 300. Нет, на 5 я не умею умножать. На, покажи. 1400. Это без 5,5. Это да? 5. Вот еще 400, мне кажется, да? По идее, да. Вот такие же не будем покупать? Нет, это для самых маленьких. Я уже... Прима. Я уже повзрослее. 1498. Ну, мы вот пенку берем. Ну, смотри, есть еще какая-то, какую-то наличку.
Что, возьмем, что знаем? После заката. Ну, это тоже банкнот. Ну, это здесь тоже после заката. Ну, давайте вот эту возьмем. Стоп, пошел. Что, берем? Да. Я еще после загара. Вот эти не нужны, Толик? Крем от загара, мы уже сгорели. Ну да, уже поздно, да? Здравствуйте. Ребят, всем привет еще раз. Пятый раз за день. В общем, я приобрел вот такую вот шляпку, чтобы моя лысина не подгорала. Сегодня прям на пляже вообще аншлаг. Песок горячий. Люди чилятся, отдыхают, загорают. Но мы уже прям достаточно, я так скажу, не знаю, насколько это видно. Сгорели все. Вот, в общем, лежим, отдыхаем, купаемся. Погода сегодня вообще замечательная, жара. Солнце жарит, палит. И, кстати, вот такой вот зонтик нам обошелся 300 сом. Мы прячемся от жары. Замечательная погода. Вот люди летают там, наверху. Кстати, мы пока шли сюда, пока фуражку купил себе, панамку такую классную. Ну, кстати, материал хороший. Она мне обошлась 500 сом со скидкой. Не знаю. Ну, ценник, в принципе, такой же, как если бы я у нас в Караганде на базаре купил. С учетом того, что это курортная зона. Вот. Мы сразу забронировали себе на завтра тур. В 8.50 мы должны быть на месте. И мы отправляемся. Хотел сказать, горная Джария. Григорьевское ущелье и горячие источники. Там Алена хочет попробовать покушать на гриле приготовленную форель. В общем, посмотрим. Чего это? Это в чем? Это в чем измеряется? 4000. Чуть не ушел. Потихоньку катайся. Все, так лучше? Плотнее, да, стало? Да. Давай, Даниэль. Пошел, красавец. Даниэль сам водит.
сильно. Я вообще ништяк. Момент. Где мамашка наша? Я ему дал, он рулил. Ты чё, он сам это и нажимал, и все, да, сам я, рулил. Я меня 4, катал. Я там 4-5 тысяч максимум, а это 8, 9, 7. Понравилось самое главное? Да. Стой, мама, там. Добрый вечер всем. В общем, мы были на пляже. Стало вечереть. Холод пошел, ветер пошел. Начал дуть. И мы пошли в номер отдыхать. Поспали, наверное, часа полтора я подремал. Загоревший такой. Так, а где наша мама? А? Сказала, будет на лавочке сидеть. Ага, ну пойдем посмотрим. В общем, поспали часа полтора. Сейчас уже это время 7:30 вечера. Сейчас пойдем кушать. Хотим сегодня сходить в кафе «Адмирал». Посмотрим. Ну что, мамашка? Без кофты тебе тепло? Ну да, нормально. Нормально? Ну. Но мне комфортнее, конечно, в мастерке. Теперь так пахнет после дождя, да? А, хорошо пахнет. Запах замечательный. Воздух какой прекрасный. Здесь мы хотим поесть. Шашлычки, может быть, какие-то. Посмотрим, что у них есть. Папа. В общем, сидим. Принесли нам пиво, принесли картошку фри через минут 30 10. После заказа. 15, какой там 20. 10? Это салат свежий, слава богу, быстро принесли. Ну и лепешку быстро. Шашлыки наши мы ждем, я не знаю, уже, наверное, минут 40. А чё, нет? 40. Ну реально ты долго. Ты просто спал полвремени. Нет. Вот, ну, короче, это вот меня, мы сегодня в «Адмирале» кушаем. Привет. В «Адмирале» мы кушаем. И предыдущие два дня в «Алихане» и в «Азизе» было гораздо все быстрее. В «Азизе» вообще мега быстро. В
в Адмирале долго. Может быть, что они специализируются на мясе и там готовят много, но очень долго ждем. В целом, блюдо вкусное, что салатик вкусный, что картошечка. Сейчас посмотрим еще мясо такое. Вот такая вот у нас атмосфера здесь, вот такая красота. Что все равно 10 раз извинилась, а ты все-таки хочешь сказать, что... Я скажу. В общем, мы только что поужинали на 2113 сом. Нет, как вкусно. Ну, курица, я говорю еще раз, мне не понравилось. Мне тоже, оно как сало. Там половина просто сала или кости. Хотя это филе. Да, попросили, в общем-то, не то, что попросили, спросили насчет курицы. Она сказала филе. Там были везде кости. Это для сына критично. Ну и вообще, как бы грудка и другие части курицы брать, они совсем отличаются. Потом, по... баранине, ее жевать невозможно, это просто что-то с чем-то, она... Что? Да, я говорю как есть. В общем, в Адмирал мы больше не пойдем, это точно. Мы заказали ананасом сок, в кеке был арбуз. Адмирал не очень. Еще... Вот Азиза лучшая, Алихан нормально. Третье место, Ават хороший тоже. Да, Ават мы на завтрак ходили нормально, Адмирал вообще... И она 100 раз ошибалась, это просто, это не привередливость, это... Обслуживание очень плохое, потому что нас сначала говорили одни цены, потом в итоге насчитывали другие. Заказали 2 пива, притащили 3. Заказали 3 шашлыка, притащили 2. В общем, очень масса всяких вот таких неприятностей. В общем, в Адмирал мы больше не пойдем. Она сказала, как бы, что так. Картошка фри стоит 150, а в чеке было 180. Правильно, сынок. И мамашка. А мамашка это идет. Да нет, все нормально, все хорошо, да? Ну, она извинилась. Извинялась 1000 раз, но это не... Шуткой, ничего не меняет. Хотели заказать цезарь, но не закажут. Да, салат. А салат еще... цезарь. По одному меню был 240, а по другому 350. Представляете, 100, плюс 110 сом. Это нормально? Как тебе кофе? Чуть-чуть горькое и сладкое. В общем, заказали вот 2 таких кофе. У меня большой, у Даниэля маленький. У меня за 150, а у папы за 200. Да, один 200 сом стоит, а у Даниэля 150. Почти 2 шарика. В общем, конечно, не зебра наша карагандинская. Да. И не другое любое кофе, но тоже вкусно. В целом нормально. Пойдет. Пить для можно. Курортной зоны пойдет. Пить можно, короче. Да. Даниэлю понакупили временных татуировок. Вечер в хату! Вечер в хату, ё-моё. Вот еще, вот еще, вот еще. Моё. Одна не получилась вот здесь вот, а вторая получилась. Чего не получилось? Всё не, говорю не про эту, а прошлую. Да. А-а-а. Она просто не прилипла. Ё-моё, капец. Ну-ка, да. Это вчерашняя еще. Нет, это сегодня утрешняя. Да, сегодня утром. Вот это 51. Такое ощущение, что вот это за 50 будет держаться долго, а вот эти слезут быстро почему-то. Ну, посмотрим. Нет, ну эти просто только прилипли, конечно, ты так думаешь. А как они одинаковые? Просто это уже... Ну, Даниэль.